Долго так спать будешь? А ночью кто спать должен? Почему ночью не спишь? Почему балуешься ночью? Мне спать не даешь, а сейчас сам спишь. И ты пирожок. И ты пирожок. Пирожок, подъем. Всем доброе утро. Мы уже позавтракали. Открыли вот такой шоколад. Я думала, что он открытый, но открытый был только с лесным орехом. А вот этот вот арахисовый урбеч с солью, он был закрыт шоколад. Я попробовала, очень вкусный, прям вот очень. Шоколад такой необычный вкус, немного соленый такой, не сильно, но немного. И он вообще практически не сладкий. Ну такая, знаете, присутствует легкая-легкая сладость. Без сахара, без ГМО. В общем, очень вкусно. Я, кстати, ссылочку оставлю в описании под видео на сайт, где заказываю вот эти всякие вкусняшки. Все очень вкусненько. Вот этот вот сиропчик пикмес финиковый, тоже без добавления сахара. Его очень вкусненько добавлять к разным блинчикам. В общем, можно с оладушками кушать, даже какой-нибудь пирог, допустим, кекс полить, очень-очень вкусно. Но это, знаете, для тех, кто следит за своим питанием, но в то же время любит сладенькое иногда покушать. Вот я такие сладости беру. И вот эти вот хлебцы, манго, маракуйя, тоже очень вкусные, мне нравятся. Рисовые, цельнозерновые, с пророщенными зернами, тоже очень вкусно. Это вот, когда очень-очень хочется что-то сладкое. А вот эта кокосовая паста, она мне напоминает почему-то колбаску, такую, знаете, шоколадную, вот с детства кто делал, ну или пирожное картошка, вот почему-то прям так напоминает, тоже очень вкусно, в меру сладенько, тоже, видите, без добавления, но это вся серия, точнее, это не серия даже, это вот именно у этой фирмы все такое натуральное, без добавления сахара. Так, ладно, иду умываться и буду монтировать видео. Сегодня у Миланки рисование, так что нужно успеть все сделать до обеда. Обед у нас есть, у нас пюрешка осталась, картофельный, жареный картофель, много котлет, так что кушать есть что на обед. Быстро покушаем и в обед, и на рисование поедем. Миланка поехала на рисование, а я сейчас буду заниматься тем, что буду разбирать Миланкины вот вещи. Вот этот комод. Здесь у нас Миланкины вещи, пижамки, носочки, белье. Вот буду потихонечку разбирать. Здесь вот носочки даже новые, тепленькие есть. Еще вот колготочки беленькие, новенькие. В общем, буду разбирать потихоньку. Здесь маска. Вот эта маска, она вообще обалденная. Это шелковая. Настоящий шелк. Настоящий шелк. Такая маска классная. Мягкая-мягкая маска для сна. 100% шелк. Мотв. Фирма. В таком чехольчике. Здесь у меня для фитнеса вот такие вот резинки. У меня целый набор. И где-то это здесь. В общем, сейчас буду заниматься тем, что наводить порядок. Как раз пока Миланка на рисовании, вот я буду делать порядки. Так, мы собираем сейчас с Миланкой рюкзак. Она хочет взять другой рюкзачок, вот такой в клеточку. А мы такой еще не брали, да, Милан? Ты не собирала? Брали. Он для всех новеньких. Угу. Да ты что? Завтра у нас 5 уроков. Да, математика. Угу. Аккуратненько все складывай. И водичку не забудь. Тебе водичку набрать или она у тебя есть? Ну, есть, наверное. Есть? Да. Так. Математика, литературное чтение и английский язык. И технология. На технологию вам нужен картон, ножницы и клеенка. Кладемка.
Кик-кик. Английский. Тетрадь по-английски. Иванке сегодня задавали перерассказ. Да. Мы с Ликой тут фильм смотрим. Фильм называется... Вот так точно? Сердце. Точно так называется, да? Очень интересная мелодрама. 4,5 часа идет. Мы 3,5. Мы вообще тоже 4 посмотрели. Да? English. Это уже вторая часть. English. English. Ну, мы поняли. English. Это англичанин, мы поняли. Технология. Хорошо. Мил, ну поднимай калькулятор. Лика тоже контрольные делает. Сколько у тебя еще контрольных? Одна осталась контрольная. Было 5, 4. 12? Кусать, ребята, смотрите прикол. Я в общем сделала ручной работы наклеечку йода и приклеила сюда. Вообще класс. Я как-то не могу найти, но... Не ищи, Мила. Я тебе складывала все туда. И в так постоянно. А кто виноват? Скажи. Или я точно, или ты, или Лика, или Лада, или... Так, ну, конечно. Мы твой картон забрали? Да. Угу. А, вот он. Ну, надо же. Так, только аккуратно, Мила, это порядок дела. Все не заваливай, а складывай, Мил. Так. Если ты будешь складывать, то будет всегда все ровненько. Аккуратно все лежать. И со стола тоже сейчас все убери, чтобы стол пустой был. Хорошо, Мил? Маловато картонника. Достаточно картона. Думаете, что мы будем делать? Да ты сама не знаешь. Подожди, выключай. Пальцы тянется. Мил, со стола тоже все бери. Не забудь пенал с собой. Угу. Все ручки сложи в пенал. Идем, пеналчик. Не знаю, что делать с ручкой. Ну что с ручкой? Я буду палку, кисточку в сумму. Зачем? И что теперь делать? Ну, Мия. Мия, вот так можно это, достать. Так, физкультуры у вас завтра нет? Нет. Ну, и зачем ты портишь? Стержень, что ли, закончился? Да. Все равно выкидывать ее. Просто палка даже не И ручку проверь, чтобы ручка у тебя была. Желательно надо две брать, чтобы одна запасная была, да, Лика? Чтобы потом по классу не бегать и не просить. Потому что мне его дать отложить, а тебе и не вернуть. Дальше. Ну или чтобы вот когда твоя ручка не пишет, то а чтобы потом, класс... Когда твоя ручка не пишет, то у кого-то отложишь ручку, а тебе на следующем же уроке скажешь, ну что, ручку уже можешь отдать? Ну или так же просто ручку потом заберешь и не вернешь. Ну короче, вариантов немного. Вообще немного. Иначе, плечом. Давай, давай, на давай. На удачу. Потрем, как Джина. Как Джина. Ты тоже так легко делал? Лайфхаки для учеников. Как получить 5? Как получить 5? Сказать комплимент учительнице, подарить ей что-то. А-а-а. Не пенал тереть. Мил, ты поняла? Она врет. Почему? Все любят комплименты. У вас такая прическа сегодня просто. Тем более девочки. Мы девочки все любим комплименты. Она всегда такие распущенные делают локоны. Ну да, он, кстати. Очень красивые локоны. Ну на самом деле. Не, ну на самом деле у Миланки учительница любит делать разные прически. Локоны. Волосы длинные, то убирает как-то красиво. Ну, да. Я люблю, когда так вот, да. Ну, мы поняли, да. Или такие локоны делает, да? Да. Очень, она... Не лезет человеку, да? Так. Рано. Вот учитель во сколько приходит в школу? Да. А, подожди, она говорила. Нет. Она сказала, что где-то без 15:08 она уже, по-моему, так, в школе. Да, она с учителя всегда опаздывает на первый урок. Ну, она сказала, около 8 я уже так, в школе. И ты представь, надо встать, еще сделать прическу, собраться. Это главное, просто распущено, делать. Что? Чтобы встать, собраться. Так, давай встать. Меня а я вот... Ладно, еще зарплата хорошая была. Нормальная. А я... Сейчас, Милана, я хочу сказать, вот я с Миланой встаю, и я уже потом не ложусь. Свои дела делаю. Так надо быть учителем. Кладем, не, мамочка. Это точно не мое, ты что?
Я такой, не-не-не. Папочку? Да. Да, что знаешь? Ножницки. Финал оператора достаем. Мила, она учительница вас кушает в школе, в столовой? Ну, вместе с вами. Когда-то она поела кашу. Так печально. Когда-то она поела кашу. Больше кашу она не ела. Ну, правда, сейчас не кушает с вами в столовой? Нет. С собой-то что-то берет, наверное. Ну, до обеда. Да какой до обеда? До вечера, да, учителя? До обеда она просто покупает себе. А, покупает? Ну, да, понятно. Просто ту кашу реально не удалось. Она попробовала, не прокатила. Говорили, каша очень густая. На следующий день в другой школе она очень жидкая. У всех течет. И просто из тарелки выливается. Я вся один дело такая, что стоит, у другого жидкая. Скорее всего, повар просто нас посмотрел видео. Так, в смысле каша густая? Сейчас вам будет жидкая. Так жидкую надо было поесть. Но Милана дома кушает. Да, вообще жидкая. Вообще молоко. Закончилось, наверное, это. Хлопья овсяные закончились. А какая была каша? Жидкая. Овсянка, манка. Но Милана любит такую среднюю. И не сильно жидкая, и не густая. Вот что-то такое средненькое, воздушное. Так, это самая Милана. Так, все. А жидкая, я такая... А где каша, да? Проглотила и все. Нет, вот что-то средненькое, такая вот, как густая сметанка должна быть. Воздушная, вот такое идеально. Не выключайся, сейчас я быстро за ножницы. Не выключайся, как я говорю. Ты здесь? Ножницы. Клей. Клей. Ой, сюда ножницы. Ножницы. Клей. Карандаш. Мне написано в дневнике кар. Клей-кар. Карандаш, да. Ручки положила, линейку, да, карандаш, да, 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 простой, да, стерка. Да, 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 да. А водичка есть в бутылке? Нет, сейчас возьму. Принеси, сейчас мне надо набрать. Подожди, я клетку возьму. Клеенка идет в путь. Да, давай, давай, складывай. И так постоянно. Нормально складывай. Ладно, нормально. Красиво. Все, водичку набираем и все. Все, на этом наш лог подходит к концу. Всем пока! Это было красиво. Это было очень красиво.